12 декабря 2019 Харьков, новогодняя елочка на день святого Николая была открыта только что. Монтирует дедушкин домик. Каразина. Газпром. И, конечно, на Сумской тоже красотень неописуемая. Сейчас покажу. Монтируют Деда Мороза, что ли? Так. Коняшки. Коняшки уже есть. А где ж новогодние олени Санта-Клауса? Прямо зарево какое-то, сходить туда. Ты посмотри, елочки. Пристроимся в хвост коням. Благо выражение получается даже не фигуральное, а буквальное. Сад Шевченко сияет. Да, скейтборд. Как раз новогодний способ проведения, времяпрепровождения. Да, будний день. Смотри, какая красота. Молодцы. Да, дойдем до оперного. Благо тут 5 минут ходьбы.
посмотри, просто очаровательно. В прошлом году были олени, но это было гораздо менее масштабно. Да, плюс 5 температура в Харькове, только что смотрел на институте. Совсем не похоже на 19 декабря. Я так вообще не озаботился даже одеть куртку. Кофты вполне достаточно. Теплынь, ветра нет. Да, тут прям сказочный сад какой-то. Возле памятника Шевченко. Онемела губа нижняя, но это не от мороза, а от, походу, стоматологические кабинеты. О, ты видал самокат? Молодец. Ой, ты посмотри, какая краса. О, открыли уже зеркальную строю. Она же была закрыта на реконструкцию. Зима близько, та де ж вона близько? Нема ніякої зими. Навіть сніг розтав. Да, снігопадик такий був 3 числа декабря, очень даже неплохой. Но хватило його ненадолго. Ой, тут елочка, ти посмотри, красавець. О, солдатик, он еще и живой. Смотри. Жестикулирует что-то. Да, открыли зеркальную струю, молодцы. Новый год без него был бы, конечно. И Новый год в Харькове. Ага, это не просто елка, это Феррера Рошен елка. Да, и каток крашеновский на площади Свобода. Да, карамельная какая-то у нас стала зеркальная струя. Ну ничего, все красиво. А, меняются цвета. Смотри, какие цветы. Не? О, вот он, цветочек. А, слона-то я не приметил, вернее, медведика. Медведика. Ведмедика, медведика.
пойти что ли на площадь Конституции? Наверное, так и сделаю. Так, 19 декабря 2019 год, Харьков. В преддверии Нового года.